Верховный суд республики отказался удовлетворить жалобу сырьевой компании, которая пыталась отменить штрафные санкции за незаконную разведку месторождений на горе Куштау. Ранее сырьевая компания, которая входит в башкирскую химию, была оштрафована на 350 тысяч рублей. В ходе проверки Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии выявило факт проведения земляных работ по поиску и оценке месторождения полезных ископаемых на Шихане Куштау в Ишимбайском районе республики. Установлено, что указанные работа сырьевая компания проводила незаконно, без проведения соответствующей историко-культурной экспертизы и получения разрешения. Верховный суд встал на сторону контролирующих органов. Отмечу, проверка проводилась по многочисленным обращениям жителей Ишимбайского района. В самой компании от комментариев отказались.